наступает 1943 год. Это тот год, который считается переломным в ходе войны. Вот тогда мы погнали фашистов обратно на Запад. И появляются все новые и новые военные песни, о которых я сегодня буду вам рассказывать. Именно в этот период и появляется марш Красной Армии. Это песня, которую написал композитор Александр Александров на слова поэта Колычева. Она так и называется «Несокрушимая и легендарная». Над тобою, славянка, вдаем!